Всем приветствую, с вами Лего Хелл, и сегодня я вам покажу своих роботов, точнее, вселенной мастеров элементов. Это у нас же плохие, как вы помните, Электро, а это его главари, типа капитана. А это у нас хорошие роботы, это у нас же, как вы помните, профессор. Это у нас измененные роботы, как вы видите, это у нас доктор Джембил, Робби и, конечно же, робот со студии. Вот мелкий, но у него голова такая. Как вы помните, брата Робин, однако я его видоизменил, пишите в комментариях, как вам. Только, и вы помните конкурс, если вы повторите все мои самоделки или улучшите их, вы попадете в следующий ролик. Это у нас же, как вы помните, Моджо Джоджо, это у нас же новый робот, Коузу, это у нас моллюск, типа домашнее животное, собака, а это у нас же видоизмененный трехголовый голем. А это у нас же три брата, как вы помните. Два домашних питомца, водяная пушка. А вот это храм, который вам нужно повторить, или либо повторить любой транспорт с моей вселенной. Ладно, с вами был Лего Хелл. И, к слову, я забыл еще вам показать вот это домашнее животное. Это у нас же Рогул. Гугу. Это типа у нас горилла и кошка. Одновременно. Чем сюрприз, его трудно так ставить. Ладно, с вами был Лего Хелл. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока. В следующем ролике я вам покажу, как все врагов мастеров элементов. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте про конкурс. И пишите в комментариях, как вам мои самоделки. Не пишите уже говно. Если вы тот придурок, который пишет постоянно тупые комменты, сделали пародию на мою самоделку, посмотрим-ка, как я вам отомщу-ка. Ну, я не такой злопамятный человек. Добрый я. Ладно, всем пока. Удачи вам в вашей личной жизни. Всем пока.